Всем привет, парни! С вами Константин Лазарев, и вы на канале Лазарев Тактикал. Как обычно, напоминаю, не забывайте подписываться на мой канал и ставить колокольчик, чтобы платформа напоминала вам, когда у меня выходит новое видео. Я в очередной раз записываю это видео на благодарной гостеприимной рязанской земле в официальной столице ВДВ. Мы сейчас находимся в центре военно-патриотического воспитания «Гранит», за что им большое спасибо, и коллегам из Consulting Media Group, которые будут осуществлять съемку и монтаж этого видео. Тема сегодняшнего видео сейчас настолько популярна, что она, что называется, из каждого утюга. Но прежде небольшой вопрос. Вот на ваш взгляд, вы можете даже написать в комментариях, прав я или нет, кто сейчас главный человек на современном поле боя? Кто-то, наверное, скажет, это артиллеристы, они наводят арту. Да, она же у нас сейчас главная царица полей. Кто-то, наверное, скажет, снайпер, он точный, работает далеко. Кто-то скажет, допустим, спецназ, там, разведно-диверсионная группа. Но на самом деле, вот на мой взгляд, когда начинается какой-то серьезный замес, прям по-настоящему все жестко, каждый мечтает, чтобы поближе к нему оказался один единственный человек. Парень с красным крестом на рюкзаке. Медик. Тактическая или военно-полевая медицина, сейчас об этом говорят очень много. И сегодня я буду рассказывать вам о продукции из сферы, наверное, уже более профессиональной медицины, которая используется именно непосредственно медиками. Речь пойдет о продукции компании Medplant. Все ссылки будут в описании к этому видео. Чтобы вы понимали, что это за профи, так я могу сказать, что их продукция используется в профессиональной медицине практически во всех областях. Начиная от мониторинга состояния человека и заканчивая каким-то оборудованием для реанимации. Если вы придете к ним в офис, вы увидите просто бесконечное количество различных патентов и сертификатов формата, если не ошибаюсь, поправьте меня, если вдруг ошибусь, CE и ISO. То есть это реально серьезная медицинская организация. Само собой, в их продуктовой линейке нашлось место и отдельному направлению так называемой военно-полевой или тактической медицины. Да? Я не смогу вам, на самом деле, даже про все продукты рассказать, потому что их там более 50 штук. Мы решили сегодня выбрать три изделия, которые так или иначе, скорее всего, будут задействованы при оказании какой-то первой неотложной медицинской помощи на поле боя, или, скажем так, в какой-то экстремальной ситуации. Самое первое, что, наверное, сегодня у всех на слуху, если создать топ, вот что там будет на вершине, на верхушке, вы, наверное, уже поняли, что речь идет о кровоостанавливающем жгуте турникетного типа. Компания Medplant, единственная компания в России, продукция которой, жгут которой сертифицирован, которая производит свое изделие по своей технологии в России и создала жгут турникетного типа собственной конструкции. Это изделие состоит на снабжении, его реально выдают, то есть оно было, скажем так, замечено, у военнослужащих, у сотрудников, в отличие, к примеру, от тех же катов, которые приходится парням покупать за свои собственные деньги, которые еще нужно найти, это изделие, как я уже сказал, сертифицировано, оно реально работает и спасает жизни наших бойцов. При этом, железобетонный, наверное, аргумент и козырь этого жгута – его стоимость 900 рублей. Это против того же ката, оригинала, разумеется, который стоит там 4-5 тысяч рублей, и которые, как я уже говорил, еще найти нужно постараться. Есть, конечно, более дешевые образцы, все мы понимаем, что речь идет про AliExpress, но, скажем так, цена-качество вот этого изделия просто вне конкуренции. Форм-фактор жгута, скажем так, непривычен, потому что продукция, форм-фактор того же ката, он всем известен уже давно, А вот жгут от Medplant, несмотря на то, что жгут, по-моему, то ли 8, то ли 10 лет назад уже разработан, как вы понимаете, всем стало до этого жгута, в течение полутора, 2 лет крайних, И, естественно, пока что он еще не так, скажем так, распространен, как вот жгут, про который я уже говорил ранее, катовский. И, несмотря вот на эту самую непривычность, я могу сказать, что не просто так российские специалисты начали разрабатывать свою собственную конструкцию, создали свой собственный жгут, здорово не похожий на остальные.
И в чем его основное отличие? Смотрите. Я буду показывать сейчас, чтобы сейчас не начались там вот эти вот бесконечные холивары в комментариях, я вам сейчас не буду мастер-класс показывать по тому, как правильно, где накладывать жгут. Я вам сейчас буду показывать принцип работы изделия. И вот чтобы вы понимали, основное отличие от того же ката, да, который вращается, скажем так, в продольной, наверное, можно сказать, если с точки зрения физики плоскости, да, вот таким вот образом вокруг, да, медплантовский жгут вращается вот таким вот образом. То есть вот это основное отличие принципа его работы. Что прежде всего достигается вот таким вот принципом работы изделия? Я сейчас попытаюсь продемонстрировать на себе. Опять же, не надо там сейчас придираться к тому, как накладывается, где. Я буду делать так, чтобы это было наглядно, чтобы было видно хорошо, да, вот. Естественно, это будет в оригинале делаться вот здесь, вот ближе к плечу, чтобы перекрыть все кровообращение. Но, опять же, чтобы было хорошо видно. Вот смотрите, допустим, взял я жгут. В чем отличие, опять же, от самой распространенной системы, да? Что если вы будете крутить кат, и в определенный момент у вас, ну, там, не знаю, рука в крови, да, соскользнула, или вы начинаете там уже все отходить, терять сознание, у вас, вы не успели вороток засунуть под рога, вот под эти, да, все, хлоп, у вас раскрутилось, считайте, что вы вообще ничего не сделали. А здесь за счет вот такой вот конструкции изделия обеспечивается эффект самофиксации. То есть вот смотрите, сейчас даже если вдруг у меня там что-то соскочило, хлоп, там буквально пол поворота у меня, да? И таким образом, естественно, обеспечивается эффект самофиксации за счет самой конечности, на которую вы накладываете этот жгут. У этого технического решения, конечно же, найдутся свои скептики, да, потому что кто-то скажет, что в кате у вас меньше намного количество вот этих поворотов, вот этого самого воротка, да. Но при этом я могу сказать так, вот, ну, проводили там некоторые исследования, кат накладывается за 9 секунд, вот этот накладывается за 12 секунд. Критично ли это? Тут каждый уже решает сам. Очень важный аспект и особенность конструкции вот такой вот жгута от медпланта, это то, что он позволяет более мягко, скажем так, с меньшей травматичностью для мягких тканей осуществлять остановку кровотечения, перекрывать кровообращение. И большее количество поворотов позволяет более точно отрегулировать степень давления, особенно когда его нужно либо еще немножко усилить для остановки кровотечения, либо там, вот когда вы через каждые полчаса жгут ослабляете, вот как раз для этих случаев. Не сразу там на целый поворот этого ката, да, а чуть более точно. Это, опять же, в конечном счете отразится на том, насколько меньший урон здоровью принесет использование именно самого жгута. Медплантовский жгут выполняется в нескольких разных вариациях. К примеру, есть как традиционная, ну, скажем так, белая вот эта полоска, да, для нанесения записи о том, когда был наложен жгут. И бывает еще версия с циферблатом, когда можно без использования там маркера или дополнительных приспособлений выставить на самом циферблате как раз непосредственно само время наложения. Также существует версия с однощелевой пряжкой и с двухщелевой пряжкой. Это уже в зависимости от условий, в которых вы накладываете жгут. Идем дальше. Следующее изделие, которое, скорее всего, пригодится в ситуации, когда произошло какое-то ранение на поле боя и нужно эвакуировать раненого, на котором, может быть, кстати, уже наложен жгут, это носилки-волокуши, которые нужны, как я уже сказал, опять же, в первую очередь для эвакуации раненого. Причем это не совсем обычные, скажем так, носилки. Это гибкие и достаточно жесткие носилки. И, скажем так, именно жесткость материала, из которого сделаны носилки-волокуши от медпланта, дают им сразу несколько преимуществ перед любым другим изделием подобного плана. Прежде всего, ну, самое главное, наверное, преимущество для спасаемого. За счет того, что носилки жесткие, они позволяют, скажем так, ну, уменьшать воздействие той поверхности, по которой человека тащат. То есть, будь это трава, бетон, что-то еще, даже, может быть, какие-то острые камни, человек этого всего своей спиной не почувствует за счет именно вот этого вот жесткого материала. Это, я так понимаю, какой-то пластик, он достаточно гибкий, но он при этом очень твердый, очень прочный. Вот я на самом деле на себе проверил использование этих носилок, меня там несколько раз в них таскали, и я могу сказать, что да, действительно, ты чувствуешь, что тебя тащат, что под тобой там что-то, какой-то рельеф есть, но ни одного острого камушка, ни какого-то, скажем так, знаете, болевого воздействия не было.
скажем так, за счет использования этого материала человека достаточно, ну, для пострадавшего комфортно тащить даже, к примеру, по бетонной лестнице. Мы вот это как раз проверяли здесь в граните, ну и по словам, скажем так, кого эвакуировали, ну да, естественно, какая-то тряска есть, но ничего смертельного, то есть ничего не повредил, нигде там не ударился. То есть, ну вот для пострадавшего эти носилки прям максимальный их эффект прочувствует именно пострадавший, скажем так. Для спасателя, который будет применять эти носилки в своей работе, вот этот материал обеспечивает, скажем так, большую, ну как не знаю, простоту и легкость, наверное, эвакуации пострадавшего, потому что этот плотный материал достаточно скользкий, он специально таким на самом деле сделан. Это позволяет легче тащить пострадавшего в этих перемещательных носилках. И за счет их конструкции можно, скажем так, эвакуировать, транспортировать человека весом раза в 2-3 или больше самого спасателя. Помимо этого, при использовании волокуш нет необходимости поднимать пострадавшего, чтобы положить. Его можно на эти носилки просто перетащить. Именно за счет вот использования вот этого вот самого материала. Как видите, носилки оснащены большим количеством строп фиксации на фастексах. За счет чего пострадавшего, ну я не буду сейчас их все застегивать, их реально много. За счет этих фастексов человека можно спеленать, ну реально как гусеницу. Вот опять же, я на себе ощущал. И будет минимизироваться какая-то тряска при его переноске или при перетаскивании. Да? То есть человек из носилок не вбок не соскользнет, не вниз, а внизу еще сделана вот это у нас, по-моему, низ. Внизу еще сделана такая система, что когда носилки в полностью собранном состоянии, здесь получается такая полочка, в которую, по сути, упираются ноги. То есть человек зафиксирован вообще достаточно жестко. И вот в плане того, чтобы, не дай бог, не потерять пострадавшего, эти носилки, ну, я не буду говорить громкие слова, идеальные, но очень хороши. Система люверсов, ремней, ручек продумана так, что носилки могут переноситься или перетаскиваться спасателями или спасателем. В зависимости от того, какое количество, ну, людей есть в наличии. Есть один спасатель даже справится. Есть несколько человек, хорошо, они схватят там быстрее, перетащат и так далее. Но в любом случае вот это вот, скажем так, максимально универсальная и разнообразная система позволяет адаптировать, как я уже сказал, это изделие, эти носилки волокуша от Медпланта под любое количество спасателей. В общем и целом, волокуша от Медпланта – это малогабаритное, легкое, простое в использовании изделие, которое не требует какого длительного времени для подготовки к использованию и которое позволяет, скажем так, решать задачу максимально универсально. Вот в какие бы условия там спасатель не был поставлен, скорее всего, вне зависимости от количества личного состава и местности, по которой ему придется эти носилки переносить или перетаскивать, он с задачей справится. В частности, вот опять же говорю, мы специально, у нас был задействован наш коллега, большое ему спасибо, Глебу, он мужественно таскал человека в одиночку по лестнице, специально как раз, чтобы проверить, что справится и все будет нормально. И вот на самом деле, ну вот эта вот транспортировка по лестнице, наверное, была одной из самых сложных. И тем не менее, как вы видите, все, ну, достаточно легко осуществляется. Это, как я уже говорил, прежде всего заслуга вот того материала, из которого сделаны эти носилки. Несмотря на такой достаточно плотный материал, как вы видели, в сложном состоянии носилки укладываются в чехол. Я их сейчас постараюсь даже, в принципе, скрутить, чтобы более-менее продемонстрировать их объем. То есть получается из них валик. Естественно, в полностью сложном состоянии они будут еще компактнее, да? Но получается валик, который поставляется вот в таком вот чехле. Если у вас нет там возможности, времени, там, вы можете носилки переносить и в рюкзаке, и прикрепить их вниз на ремни. Кроме того, сам чехол может использоваться как для транспортировки носилок, так и применяться в качестве какого-то, ну, малогабаритного рюкзака, если у вас совсем ничего под руками нет, а переносить что-то нужно. И еще одно изделие, которое у меня сегодня есть. Я сейчас потихонечку буду перемещать то, о чем уже рассказал. Все, как видите, очень габаритное. Но это уже скорее, конечно же, не медицинский, скажем так, инструмент, а скорее элемент снаряжения, элемент экипировки. Рюкзак РВУ-01 от компании Медплант. Компания сама его позиционирует как рюкзак для медика, ну, военного медика, наверное, в первую очередь, да. Но на самом деле, вот я сейчас вам еще покажу, в принципе, никто не мешает этот рюкзак задействовать просто в каких-то военно-тактических целях. На самом деле,
Устройство такое, скажем так, очень гибкое в применении и достаточно универсальное. В линейке Медпланта таких рюкзаков несколько. Они отличаются и размерами, и функционалом. И разработаны они были специально для использования, ну, скажем так, военными медиками в каких-то служебно-боевых целях. Вот в этот раз была возможность этот рюкзак показать именно вот одному из сотрудников силовых структур, который вот на должности медика, скажем так, состоит. У него прям глаза горели, он говорит: блин, нам такое надо. То есть вот человек, ну, реально сразу оценил, потому что я ему показал, он такой: блин, все, хотим. Я, честно говоря, достаточно сильно удивился, когда в Медпланте мне рассказали, что сейчас, ну, проблема найти хороший медицинский рюкзак. И, в принципе, ну, опять же, я, честно скажу, я был удивлен. Я никогда не думал, что это проблема. Мне ребята-медики, именно вот военные, санитары, они тоже говорят, что хороший медицинский рюкзак – это очень востребованная штука. Причем, ну, на самом деле, чего уж там греха таить, они очень недешевые, если они сделаны хорошо. При этом никто, конечно, не отменяет AliExpress, там за пару тысяч можно купить рюкзак, но есть вообще ни разу не нулевая вероятность, что он развалится там на первом же каком-то серьезном выходе с какими-то нагрузками. Поэтому, ну, это, скажем так, не совсем, даже совсем, скажем так, не альтернатива хорошим профессионально сделанным изделиям. Основной плюс этого рюкзака, я сейчас еще продемонстрирую его поподробнее, вы увидите это на практике. Основной плюс этого рюкзака – это материалы, использованные в нем, и, в принципе, жесткость и прочность конструкции. Этот рюкзак позволяет переносить нагрузку в 25 килограмм без, скажем так, опасности повреждения внутреннего содержания этого рюкзака и без опасности что-то из вашего снаряжения, скажем так, потерять. В его производстве использована тысячная кордура, и, что немаловажно, он обработан водоотталкивающей пропиткой. В принципе, вот то, о чем я вам сказал, это общие свойства, общие ТТХ всех рюкзаков, которые делают Медплант. Они отличаются, по сути, ну, некоторым функционалом. Допустим, можно использовать в каких-то рюкзаках грузовую раму, ну и какие-то там еще, знаете, вот специфические особенности. Но вот именно жесткость и прочность конструкции – это то, что разработчики, скажем так, взяли за эталон. У нас на обзоре сегодня, как я уже сказал, рюкзак, он называется Airwoner 1, сейчас габариты 540 на 370 на 180, весит он 2,8 килограмма, и, ну вот я не знаю, те, кто знаком, наверное, понимают мои габариты, да, ну вот этот рюкзак, если сравнивать его с какими-то туристическими, военно-тактическими, больше всего похож на какой-то рейдовый рюкзак, ну, объемом, скажем так, литров, наверное, где-то 80. Нагрузить, как я уже сказал, можно там до 25 кг. Конкретно рюкзак Airwoner 1, тот рюкзак, который конкретно сегодня у меня на обзоре, это рюкзак с одним большим основным, скажем так, да, отделением и несколькими еще отделениями поменьше, которые расположены внутри рюкзака, на его стенке. И есть еще система подсумков. Сейчас я более подробно об этом всем буду рассказывать. Сначала немножко подробнее про внешний вид рюкзака. Значит, в его конструкции две плечевых лямки и пояс. На груди есть стяжка, которая позволяет, соответственно, закрепить более плотно рюкзак на себе, на корпусе, если вам нужно бежать, как-то передвигаться активно. Пояс, кстати, реально хорошо работает. Я пробовал этот рюкзак, ну, немножко потаскать нагруженный. Он реально очень хорошо снимает нагрузку именно с плечей. Все на фастексах. Причем фастексы достаточно прочные. Также, что интересно, система крепления и лямок, и пояса позволяет их оценить, ну, уж если так получилось, ну вот не нужны, допустим, вам лямки и пояс, и его можно переносить, к примеру, либо вот таким вот образом, либо, опять же, как видите, вот сбоку сделана еще одна ручка, также вот здесь вот еще есть такие стропы нашиты, да, то есть, как я уже сказал, изделие в своем применении максимально универсально, и можно под любые цели и задачи, под использование каким только хотите способом его, что называется, заточить. Одна из приятных, кстати, особенностей рюкзака, которую как раз отметил военный медик, ну, я, скажем так, вот как человек избалованный уже, да, привыкший к тому, что, ну, у меня в руках обычно оказывается достаточно хорошее снаряжение, поэтому я уже привык к тому, что вещи делаются качественно. А мне вот именно военный медик сказал, что на самом деле, вот
на рюкзаке очень много строп-моле. Я говорю, я уже к этому привык. Но он говорит, что вот далеко не на всех изделиях их реально так много. То есть их много, они расположены практически по всей поверхности. И вот я видел его рюкзак, который он применяет сейчас. Там прям, знаете, подсумок на подсумке, что называется. То есть человек всю площадь старается использовать. Плюс, естественно, здесь... На лицевой или на спинной части, наверное, да, здесь выполнена полоска для велкро, для нанесения каких-то, скажем так, патчей, необходимых вам. Плюс, опять же, практически весь рюкзак покрыт дополнительными утяжками и стропами. К примеру, вот в нижней части, помимо строп-моле, также стропы вот с такими пряжками, да, выполнены для того, чтобы здесь можно было закрепить какое-то либо дополнительное снаряжение, там, не знаю, можно спальный мешок, можно, кстати говоря, те же носилки в чехле или даже без чехла. Вот вы на видео посмотрите, да, без чехла их медик переносил. Плюс к тому, по вертикали и по горизонтали рюкзака есть дополнительные, стяжечные стяжки, скажем так, да, которыми можно дополнительно зафиксировать рюкзак. В случае, если он очень сильно набит, во-первых, как видите, да, это горизонтальная, и это одна общая крупная длинная вертикальная стропа. Это обеспечит, во-первых, лучшую фиксацию содержимого рюкзака, чтобы оно там не болталось внутри. Во-вторых, в случае, опять же, если у вас очень много всего в рюкзак напихано, он, знаете, такой же раздулся, кто когда-то заполнял свой рюкзак до состояния, когда он превращался в шарик, те поймут, о чем я. И вот такая фиксация позволяет снять частичную нагрузку с молний, которые не будут испытывать исключительно сильную нагрузку на разрыв. То есть это, в свою очередь, увеличивает эксплуатационный срок изделия. А молния, кстати говоря, все молнии очень качественные, очень такие жесткие, скажем так, да, очень прочные. Рассчитанные на длительный срок эксплуатации. Основная молния закрыта полочкой, наверное, это, да, правильно называется. Она предохраняет, прежде всего, сами молнии от попадания в них какой-то грязи. И поскольку материал, как я уже говорил, с водостойкой пропиткой, то эта полочка работает и своеобразная защита от протекания воды внутрь рюкзака, то есть защищает содержимое его. На спине рюкзака выполнена вот такая вот достаточно толстая подушка, которая, естественно, делает переноску рюкзака более комфортным. Она выполнена вот с такими вот, скажем так, бороздами для того, чтобы здесь лучше проходила вентиляция. Вот здесь, под этой подушкой, между самой подушкой и основным отделением рюкзака, это было эффектно, вот, расположен такой достаточно глубокий карман. В принципе, как я уже говорил, сами разработчики рюкзака не позиционируют его под какую-то конкретную задачу. То есть вы можете одному и тому же элементу придумать разное, скажем так, предназначение использования. К примеру, я знаю, что в подразделениях специального назначения многие сотрудники вот в такие вот рюкзаки вставляют бронеплиты. Во-первых, для того, чтобы она, возможно, спасла от попадания в спину, а во-вторых, в случае, если случился какой-то огневой контакт, то рюкзак скидывается, и сотрудник уже использует его непосредственно как укрытие и может за него вести огонь. И как раз вот эта плита в том числе будет обеспечивать дополнительную защиту. Но это один из вариантов, то есть никто вас не ограничивает. Я думаю, что если очень вдруг вам потребуется, сюда можно там какой-нибудь ноутбук засунуть, какой-то планшет, да. Перейдем к внутреннему пространству рюкзака. Оно на самом деле реально большое. И что хорошо, что этот рюкзак позволяет раскрыть себя полностью. То есть его, внутреннее пространство, знаете, такая как огромная пасть раскрывается, позволяя сразу получить необходимый доступ ко всему нужному. То есть если бы он, допустим, открывался не полностью, да, то вам приходилось бы вытаскивать все, что лежит, и там дальше ковыряться, так хлоп, вы сразу раскрыли, у вас в таком достаточно быстром доступе все необходимое ваше снаряжение. Значит, начнем с того, что все внутреннее пространство рюкзака на самом деле на велкро. Вот, как вы видите, причем оно на велкро. Здесь же есть уже вот здесь, да, еще дополнительный карман, в который можно что-то положить. Он опять же застегивается на велкро. Вот сюда, кстати, учитывая, что такой материал достаточно плотный, есть ощущение, что он водонепромокашку, сюда, может быть, документы какие-то можно положить. Что-то такое. Что вам необходимо, короче?
Опять же, что хорошо, вот все подсумки, которые вы здесь видите, установленные, да, вот эти, которые нашиты на этой крышке, скажем так, да, рюкзака, все подсумки уже идут в комплекте. Вот здесь получается три больших подсумка. Все подсумки, опять же, на велкро застегиваются, да, видите? Причем велкро такое хорошее. Опять же, что самое интересное, велкро дублируется пуговичками, да, кнопками, которые дополнительно фиксируют. На каждом подсумке нанесена вот такая вот прозрачная велкро. Вы можете и оторвать это велкро с прозрачной подложкой, сюда налепить патч, либо вы можете, если у вас нет такого, да, вы можете просто написать на бумажке, допустим, не знаю, там, гемостатики, к примеру, там, не знаю, иглы, шприцы и так далее. И вот сюда вот все воткнуть, чтобы сразу были опознавательные знаки. Значит, таких подсумка больших здесь 4 на этой стороне, вот здесь, здесь еще 4, но если, видите, здесь они такие все большие, широкие, то здесь поменьше их, они 4 такие достаточно компактные. Это тоже все на самом деле на велкро, чтобы вы понимали, да? То есть это все можно отстегнуть. Вы можете сделать свое собственное наполнение рюкзака, но вот я так понимаю, что если человеку дают уже вот такой рюкзак, может, ему не придется ничего своего докупать. Вот, значит, в нижней части крышки рюкзака еще одно отделение, оно уже не отделяемое, то есть оно уже пришито. В этом тоже, опять же, ну вот эта прозрачная история вся, да. Здесь, сюрприз, штатно хранится уже в штатной комплектации к рюкзаку идет дополнительный чехол белого цвета, ну это, естественно, в использовании в каких-то зимних условиях. Еще один такой чехол хранится... Сейчас, если мне не изменяет память, хранится вот в этом отделении, которое с внешней стороны. Это, соответственно, зеленый. Это влагостойкие чехлы. То есть, если идет какой-то сильный дождь, это не промокашка, да, это, ну, не клеенка, может быть, но такая, очень плотный материал, водонепромокаемый. То есть, если идет дождь, вам нужно и замаскироваться, и скрыть свой рюкзак от какой-то влаги, то, пожалуйста, у вас в комплектации, в базе уже все есть. Как я уже говорил не раз, изделия уже в базе штатно укомплектованы, ну, тем, что может быть необходимо медику. Не только медику, но в основном это изделие разрабатывалось для использования именно в медицинских целях. На самом деле, и это еще не все. Значит, смотрите. Во-первых, по бокам, снизу и по бокам рюкзака есть вот такие вот стропы на велкро. Никто вам не говорит, как их нужно использовать, но стропы широкие, жесткие. И при желании сюда можно, ну, к примеру, там, кислородный баллон закрепить, да, что-то такое, не знаю, какой-то большой объем какой-то жидкости. То есть что-то реально тяжелое, чтобы оно внутри рюкзака при переноске не болталось. Помимо того, на всех стенках рюкзака есть вот такие вот резинки. Пожалуйста, что угодно сюда закрепляйте. Хотите какой-то, не знаю, там, что угодно, там, веревку какую-то, не знаю, там, для спуска, да. Ну, короче, как я уже сказал, вот что хотите, как хотите, так этот рюкзак и используйте. Каждый, я уверен, в любом случае, любой профессионал, любое изделие затачивает под себя. Но вот в этом медплантовском рюкзаке, РВУ-01, напомню, называется, ну, это если вдруг кому-то понравится и захочет на сайте найти, в этом рюкзаке уже в базе очень много того, что какому-то специалисту может потребоваться. И, как я уже сказал, может быть, ну... Кто-то скажет, слушай, у меня есть все, все необходимое, мне всего достаточно. Я, кстати, не уверен, что я вам обо всех сейчас свойствах этого рюкзака рассказал, потому что очень много всяких разных петель, и чем больше его крутишь в руках, тем больше новых всяких изюминок в нем открывается. Все ссылки на компанию MedPlant, на все их ресурсы, на их продукцию, изделия будут в описании к этому видео. Обязательно пройдите, посмотрите. У них, как я сказал, очень большое военно-тактическое направление. Но при этом, может быть, кого-то вот из медиков заинтересует и остальные сферы их деятельности. Да? Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу продукции вот тех изделий, о которых я вам сегодня рассказал. Потому что, на самом деле, я понимаю, что мнения-то может быть разные, да, и интересно было бы их послушать. Может быть, ребята-медики напишут какие-то свои предложения, пожелания по изделиям, да, может быть, кто-то уже с продукцией MedPlant работал, а я уверен, что так это и есть, учитывая, что это одна из немногих компаний, которая, вся продукция, которая сертифицирована в России, которая официально состоит на снабжении армии, там, силовых структур, вот, и поэтому я уверен, что среди моих слушателей обязательно найдется кто-то, кто уже пользовался данными изделиями. Конечно же, если вам ролик понравился, то
Не забудьте отблагодарить его лайком, автора, в смысле, отблагодарить лайком, подписаться на канал и не забыть про колокольчик, чтобы платформа напоминала вам, когда у меня выходит новое видео. Ну а на сегодня у меня все. Я напоминаю вам, что вы были на канале Лазарев Тактикал, и с вами был Константин Лазарев. Пока! Yeah.